построен на Кавасаки Вулкан, двухлитровый, с бешеной тягой. Поэтому, опять же, это один из пунктов, по которым я делал выбор именно в пользу этого двигателя. Потому что, ну, трайк тяжелый, бизон тяжелый. Мощности у двигателя хватает, визуально похож на харлеевский. Он ложится, поднимается, тоже раздельная пневматика у нас, задняя часть правая, левая, передняя. Все работает отдельно, друг от друга независимо. Решетка на бизоне – это веяние классики. Мне нравятся такие, такого плана вот решетки. Полностью разработка вот всей лицевой части – это все я разрабатывал сам. Это мои дизайнерские решения. Все светодиодное у нас, поворотники сделаны в перьях. Светодиодное сзади, бампер. С бампером мы очень долго возились. Я могу спокойно со своим весом встать на крыло и попрыгать на нем. Это при 3 мм толщины и при весе там в 2 кг. Так что вот этот бампер, мы возили с ним долго, пока его вот действительно довели до ума. Те же колонки мы устанавливали. Еще на бизоне мы применили такой механизм, который позволяет переключать скорости не ногой, а рукой. На руле стоит две кнопки – повышение, понижение. Когда я на нем выехал и проехал по городу, реально поезд уступает дорогу. Все просто сзади пристраиваются. Главное, что он работает, он ездит, и его спокойно можно вести на выставку.